Дорогие женщины, в лице Армянского этнокультурного центра ВАМ я бы хотел поздравить всех наших женщин Казахстана с днем 8 марта. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия, процветания, синего неба над головой. С праздником 8 марта! Хангели Канаев и Сертан Шнуровымен Дзер Марты Ута Цанканум Дзес Арохчутюн, Ежанкутюн, Евгелькар Таринерикян. Шнуровор Дзер Марты Ута.